отпусти, будь ты проклят! Эккола, вон он! Отрубай! Надо присмотреться. Чезаре! Тебя окружают стены! Бежать некуда! Ну, подходи, Эцио! Я не умру! Фортуна не отвернется от меня! Я лучший воин в мире! Назад! Я не опозорю себя поражением! Аудиторе не победит! Италия, Испания, все это будет моим! Бей его! Получай! Мои усилия напрасны! Я завоюю все! Трон был моим. Желание и право не одно и то же. Да что ты знаешь? Знаю, что настоящий лидер делает людей сильнее. Я приведу людей в новый мир. Пусть твое имя будет забыто. Реквеска ин паче. Ты не можешь убить меня.
Никто не может убить меня! Тогда я оставлю тебя в руках судьбы. Трон был моим. Да что ты знаешь? Я приведу людей в новый мир. Ты не можешь убить меня. Никто не может убить меня. Есть. Это Колизей. Идем. Мы доберемся еще до рассвета. Постойте, дверь показалась мне странной. Кажется, у нее не было ручки. Сейчас проведу анализ. Отлично. Значит, нужен какой-то футуристический ключ. Похоже, что тут вербально активируемый механизм. В жизни не видела ничего подобного. То есть нам нужен пароль? Попробуй напеть пятую симфонию. Проклятая европейская энергосеть! Теперь мы не сможем извлечь пароль из памяти Эцио. Мы должны найти пароль. Ответ знает Эцио. Ну вот в чем беда. Он мертв. Не могу поверить, что мы застряли. Эй, может, пароль как-то связан вот с этим? Такой же символ был на двери сокровищницы. 1419, 1420, 1421. А что, если это не дата? 1419, 1420. Боже мой! Что? Бог! Да говори же! Я и говорю. Тетраграмматон. 72 имени Бога. Видишь? Они заключены в трех стихах книги Исхода. С 19 по 21. Но это еще не все. Выстроив четыре буквы иврита, составляющие имя, в равностороннем треугольнике, и сложив их числовые значения, мы снова получим 72. Точно? Ты уверен в этом? Да, Ребекка. Именно поэтому я это и рассказываю. Но самое интересное впереди. В 72-м году началось строительство Колизея. Кажется, это и есть наш пароль. Шон, заводи фургон. Дежавю. Точно. Пошли. А как же мы? Вам, кстати, там может понадобиться историк. Шон прав. Этот тоннель ведет под капиталистский холм. Я помогу им найти другой вход. Будь осторожен, Дезмонд. Я поведу. Хорошая шутка. Я видел твою машину.
Люси, я уже скоро буду у входа. Очень хорошо. Увидишь гладиаторов, мой совет – беги. Буду иметь в виду. Даже не верится, что яблоко будет у меня в руках. Все давно шло к тому. Ты заслужил это. Интересно, изменит ли оно что-нибудь? Поможет ли нам? Должно. Иначе быть не может. Как думаешь, что мы найдем? Надеюсь, что карту храмов. И что, яблоко просто так отдаст ее нам, да? Что-то не верится. Может быть, в этот раз нам повезет? Здесь столько всего. Прямо настоящий лабиринт. В гипогиуме находились клетки для гладиаторов и машины, поднимавшие их наверх. А сверху, прямо над тобой, располагалась сама арена. Очень ценно. Сегодня 10 октября. И что? Сколько дней до запуска сборника тамплиеров? У меня такое чувство, что я знаю ответ. 72. Какое это имеет значение? Мы просто возьмем яблоко и уйдем. Пароль от двери. Кто-то хочет, чтобы мы ничего не напутали. Похоже на то. Наконец-то снова на знакомой земле. Здесь мы поместим итог нашей истории.
Пусть он попадет к тому, кто достоин. Пусть он направит его. Пусть поможет найти путь. Пусть спасет мир, который мы покидаем. Кто ты? Что случилось, Дезмонд? Ничего. Вначале мы доверяли наши знания пергаменту, камню, памяти людей. Оказалось, что это недолговечные материалы, стертые огнем, стертые голодом, стертые потопом. Люди снова стали невинными. Невинными и невежественными. Я иду. А вы не торопились? Что это за место? Санта-Мария-Араквелли. Ты видишь эти колонны? Они построены на развалинах. Говорят, что эта церковь стоит на месте древнего храма Юноны. Потолок мне нравится. Тебе понравился потолок, да. Путешествовать с тобой одно удовольствие.
Куда теперь? Здесь что-то есть. А, ну ладно, мы можем остаться здесь и помолиться. Создали их мудрыми. А теперь они — наша последняя слабая надежда. Они — это вы. Вы можете понять нас, но вы ломаете наши орудия или обращаете их друг против друга. Мы уничтожили все, что смогли, и спрятали остальное. Что-то открылось. Но не все. А для того, чтобы уничтожить мир, многого не нужно. Это безопасное место. Вечное. Хранить предметы, слова, мудрость, но не жизнь. Хотя мы были близки, но время... Время разрушает нас. Мы можем отвлечь его, обмануть его, уклониться от удара. Но его сила слишком велика, а терпение бесконечно. Мы не можем вечно сражаться с ним. Начинается. Так, этого вроде в планах не было. Дезмонд, спускайся сюда! Уже иду. Что бы это ни было, толку-то? Это тупик. Я не уверен, что... Да, если хочешь убить нас, приятель, то тебе надо больше стараться. Мы пришли. Так, теперь пароль. Если Шон окажется прав. Я всегда прав. Кстати, о том тупике. Нет, не было такого. Как думаешь, она понимает по-английски? Да говори уже! Ну ладно. 72. После вас. Вы должны это видеть. Невероятно. Ого. Я реально потрясен. Яблоко лежит в самом центре.
Пора узнать, где находятся эти храмы. Каждую из них получится подать ток на центральную платформу. Или превратить комнату в корабль пришельцев. Я могла бы говорить 100 лет, и вы все равно не поняли бы. У вас 5 чувств. У нас 6. Одно мы утаили от вас. Вы никогда не будете знать. Вы можете видеть, обонять, различать вкус, осязать, слышать. Но знание вам недоступно. О том, как мир начал гибнуть, мы пытались передать это через кровь. Связать вас с нами – неудача. Вы видите голубое сияние, вы слышите слова, но вы не знаете. Мне сложно сохранять спокойствие, зная то, что знаю я. Мы ждем тебя, Дезмонд. Ты придешь сюда. Ты активируешь его. Ты все поймешь, но слишком поздно. Ты слышала это? Что это, Дезмонд? Мы дошли.
Не могу поверить, что мы добрались. Попасть в каждую из них, получится подать ток на центральную платформу. Или превратить комнату в корабль пришельцев. Я могла бы говорить 100 лет, и вы все равно не поняли бы. У вас 5 чувств, у нас 6. Одно мы утаили от вас. Вы никогда не будете знать. Вы можете видеть, обонять, различать вкус, осязать, слышать. Но знание вам недоступно. Мир начал гибнуть. Мы пытались передать это через кровь. Связать вас с нами. Неудача. Вы видите голубое сияние. Вы слышите слова, но вы не знаете. Сложно сохранять спокойствие, зная то, что знаю я. Мы ждем тебя, Дезмонд. Ты придешь сюда. Ты активируешь его. Ты все придешь, но слишком поздно. Ты слышала это? Что это, Дезмонд? Мы дошли. Не могу поверить, что мы добрались.